Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду чистить грязный унитаз. Чистить буду средством «Санитарная формула». Не так давно на моем канале было два видео, где я пользовалась средствами этой же серии для чистки сантехники и для удаления пятен и выбеливания вещей. Результат был великолепный, многие мои подписчики попробовали, у них тоже все отлично получилось. Также пробовали мои коллеги-блогеры, писали, что у них результат тоже 100% хороший, поэтому я решила продолжить эту тему, купила средство «Санитарная формула» только для чистки унитаза. Давайте посмотрим, как работает это средство. Надеюсь, что результат такой же будет восхитительный. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. В этот раз средство я буду использовать строго в соответствии с инструкцией. Написано, что средство содержит щавелевую кислоту, поэтому работать буду в перчатках. И средство держать не более 10 минут. Воду вычерпывать не буду, то есть нанесу, оставлю и потом почищу. Средство я распределила, оно, кстати, очень-очень жидкое, но из плюсов то, что не имеет резкого запаха. Через 10 минут ёршиком чищу унитаз. Смываю воду. Смыла на один раз, смотрите, достаточно много пены остается после этого средства. Ну, для наглядности смываю еще один раз. И вот такой вот белоснежный результат я получила в результате своего эксперимента. Мне кажется, очень чистый унитаз получился, без известкового налета, без желтизны, без грязи. Мне результат понравился. Конечно, мне пришлось почистить ёршиком, но известковый налет у меня был такой достаточно сильный, въевшийся. Не скажу, что прям у меня сантиметровый был известковый налет, но его было достаточно много. Еще раз показываю средство, значит, называется «Санитарная формула для чистки унитаза». Средство не содержит хлор, но содержит в составе щавелевую кислоту. Оно очень жидкое, поэтому мне кажется, в принципе, расход у него будет большой. Но работает оно достаточно эффективно. Можно его использовать для чистки унитаза, также можно мыть пол, то есть кафельную плитку в туалете. Запахи посторонние устраняет это средство, поэтому это средство тоже прошло мою проверку. Стоит недорого, работает эффективно. Друзья, надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Пишите в комментариях, какие средства мне еще потестировать. Я с удовольствием буду исполнять ваши запросы. Ваши советы, ваши рекомендации, ваши просьбы позволяют делать вот такие вот полезные, интересные видео. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!